дорогие товарищи, доброго всем здоровья. Я снова вторично обращаюсь к вам, Виктор Сергеевич. Николай Викторович никогда не присутствовал, другой представитель от администрации губернатора, и к вам, Николай Викторович, как представителю администрации губернатора. Почему у нас сложилась ситуация деления депутатов по кастрам? Что, в каком плане? Депутатами при формировании бюджета на 2014 год были поданы предложения в инвестиционные проекты по запросам наших избирателей. С ними это было все согласовано. Данные предложения были оформлены в форме закона и проведены в бюджете на 2014 год. Сегодня одним росчерком пера это все аннулировано. Ряд депутатов эти предложения были выполнены, за исключением депутатов фракции КПРФ. Я хочу сказать, что закон мы для чего принимаем? Для того, чтобы его не выполнять, это сегодня вот фактически высвечивается. Уважаемые товарищи, я хочу заявить от имени фракции КПРФ, что если мы положительного ответа окончательно не получим по данному вопросу в течение 10 дней, то наша фракция не будет принимать участие вот в таких комедиях и таком фарсе в дальнейшем участие в работе законодательного собрания. Потому что у кого деньги изъяли? Ну и где-то деньги изъяли у социальной сферы, у детей, детских садов, школ, стариков и так далее и тому подобное. Это просто кощунственно, когда идет угнетение депутатов одной фракции и наоборот привилегия придается другой фракции. Зачем вообще-то мы тогда сегодня здесь сидим и какие мы вопросы решаем? Поэтому я прошу все это записать протокольно. И прошу дать ответ депутатам фракции КПРФ. Спасибо за внимание.